Вот. Витя. Вот. О, что это было? Вот полка. Дыбом. Дико. Нельзя. Нет. Я думаю, что он просто... Нет, не просто. Пытается укусить? Да, вот он вот так вот. Нет. А него, а ему уже трусит. Пусть нюхает, нюхает. Ай, скажи, все, убежал. Убежал. Парк Победы. Дюковский парк. Очень красиво смотрится. Нет. Надеюсь, он не прыгнет. Нет, я за ним, да. Может, так потянул, что это. О, красотища. Стал так красиво, просто прелесть. Очень похож на своего отца. Я видела фотографии. Да, очень да, похож. Да. И Игорь тоже скидывал. Ну только надо, конечно, вот нет. Это вот. Оно будет брать или не будет брать? Или просто понюхает? Что там такое? На что ты обратил внимание? Ну, он быстро приспосабливается. Меня он уже как бы игнорирует, ему не страшно ничего. Но видите звуки? Машины, все это его. Раздражители, да. Сильные раздражители. Вон там птички, можно пройтись к птичкам. Есть у вас время так немножко походить? Да, да. Это будет как уже одно занятие социализации. Третий рядом. Идем. Рядом. Давай, мой мальчик. Очень красивенькие. Взвешивали 30 килограмм. На 8 месяцев, да, немножко надо добавить еды. Потому что я смотрела, я ветеринара как бы спрашивала, он говорит, да нет, нормально, он сейчас растет, а массу потом будет набирать. Да, в этом ветеринар прав, если он сейчас наберет массу сильно большую, у него могут провалиться ноги, но впереди зима, и вы даете хорошие препараты для ног, и все будет нормально. Он у вас же уличный будет? Ну да. Все, значит, чуть-чуть нужно добавить. Газ продолжать давать? Вот, и добавить чуть-чуть питания больше. Сейчас я с этой стороны. Меня он уже не боится. Не опасается. Он не боялся, он опасался. Всем Дрейк. Костяк хороший у него, нужно только физически его развивать. Понюхай меня. По идее, вот как ну, нормальная собака социализирована, сейчас он должен отпустить его с поводка, и он должен туда-сюда бегать, просто проверять, что тут интересного. Да. А он очень-очень скован. Я его сейчас нельзя отпускать ни в коем случае. Его нужно на площадку, там площадка закрытая, можете там привозить, выпускать и социализировать. У нас я нашла на Марсельской тоже площадку, но она такая маленькая, как у меня задний двор, знаете. Да. О, пусть стоит нюхать, вы его не дергайте, вы его сильно часто отдергиваете, это нельзя делать. Он, дело в том, что собака познает мир через обоняние. Если он не будет нюхать, он ничего не узнает. Ему нужно социализироваться с помощью того, что он нюхает. Когда вы дергаете, вы его просто не даете ему пройти процесс социализации. Он глазами мало чего понимает. Поводок больше надо будет. Есть 8-метровые.